Вас приветствует Алена Ариес. И сегодня мы с вами также будем исполнять желание. Сегодня будем желание загадывать на соли. Лучше, конечно, когда соль вот такая крупненькая, как у меня. Это морская соль, причем крупная. Что нужно сделать? Ну, во-первых, загадать желание для начала, правильно его сформулировать. Второй момент, что вам нужно сделать, прокалить соль на сковороде. Причем, конечно же, на самой минимальной температуре. И прокалить его около минуты. Прокалить ее соль около минуты. Эту минуту вы должны, помешивая соль, думать только о своем желании, о том, что оно уже исполнено. Затем вы соль остужаете и насыпаете в солонку. Да? Но если соль у вас крупная, то есть такие мельнички, то есть солонка такая с мельничкой. Вот. И используйте эту соль. Когда соль закончится, то есть берите немного, в зависимости от вашего желания, сколько почувствуете, то есть вы почувствуете, сколько соли вам нужно взять. Если маленькое желание, ложечку соли, да, если желание такое крупное, да, то побольше, естественно, соли возьмете. И вот как соль закончится, да, именно на которую вы загадывали желание, да, то есть вы ее будете добавлять в пищу, там еще куда-то, в суп, во вторые блюда, то есть куда угодно. И причем не только себе, да, но и вашим членам семьи, конечно, тоже можно, потому что часто именно такие вопросы. А вот. Добавляйте ее везде. Вот как соль закончится, как вы всю ее закончите, съедите, исполнится ваше желание.